пошли. Пошли, да? Пошли, отлично. А, спасибо. Отличное начало. Ладно, разогреюсь пока. Да ты... Тварь. Куда я тут разогреюсь? Он сейчас грохнет меня. Я так быстро забываю игры. Хотя я же здесь уже в прошлый раз столько раз прошел. Туда-сюда. Ну не, я лучше скопычусь. Хотя не, если копытиться туда самого конца, так что я лучше все-таки постараюсь пока разогреться и пройти дальше. Ну куда ты швыряешь? Я сегодня дичайше не собран. Уж не выспался ни хрена. Мама! Так. Прикольно. И, кстати, вот в этот раз он мне и проблем бы не доставил, если бы я так же дальше шел. Дали бессмертие, он перестал по мне попадать. А, мне дали бессмертие вместо воды. Прекрасно. Неуязвимость. И в смысле, это не прекрасно. Да плевать. Все-таки, я думаю, с водой у меня не получится. Надо с крестами идти. Хотя с водой, конечно, проходить уродских рыцарей намного легче. Хоть топоры, что ли, сейчас взять? А, ты же... Я привык, что он исчезает. Ой. Был у JC на стриме сегодня, зарядился кослянской энергией. Но не сильно зарядился. Топорик, я смотрю, ой, не сильно возбуждает его. Ножик еще дали. Угу, это двойка к ножику.
Добрый вечер, Мантис. Особенно добрым он станет, если я ее быстренько пройду сегодня. Я что-то хрен пойму, как эти его броски контрятся. Раньше у меня вроде не получалось их сбить. Да-да, я в прошлый раз что-то сильно залип на этом стейдже, уже Массив правильно тогда сказал, надо было просто бросить и добить в следующий раз. Но я что-то упорно стал идти. Да-да, на смерти я застрял. Во. Забыл про крестик. Проблема для меня даже не столько в смерти, сколько я очень долго тупил с рыцарями. Не знал, как их правильно убивать. Да-да-да, вот как раз про это я и говорю. Коридор перед ней — это тоска. Но на самом деле надо просто не очень стесняться и напирать на этих... Вот типа того что-то делать. А я все время старался его сдалека зацепить, и это было неправильно. А, тварь, ну это уже, конечно, косяк. Ну вот, а дальше уже голов-то нет. Так, крестик. Дикая просто тьма. А, и крестик у меня без двоек. Двоек-троек. Это плохо. Это рип. Ну да ладно. В принципе, просто разогреваюсь. Да тварь. Чуть-чуть. Ай-яй-яй, блин, чуть-чуть. Был бы с двойкой, было бы... Вот, да, с двойкой. Ой, да. Тормоз я. Ну, начинается. Писец. Хлыстик не дали? Здесь. И все, посос. И да, поближе надо было быть. Уп-уп-уп. What's up, Gmail? How does Donkey Kong treat you? Did you finish it? Вот, и уже никаких проблем с ними нет. Стоило только научиться это делать. Но у меня опять же нету... Oh, you beat it. Nice. Опять же нету у меня... Ни хрена. Апс. Начинается. Damn. Я слишком нервничаю на этой фигне, на самом деле не так уж сложно там все.
гиди-гиди-гиди-гиди-гиди-гиди-гиди. Окей. Начью, ну что это такое? Никаких проблем, да, как я и... Зато теперь дабл, да. Ну, если донесу воду до туда, то попробую с водой убить ее. Так, не подобрать топор там. Топорище. Отечество, добро пожаловать. Спасибо за фоллоу. You're adorable. Я, кстати, еще так и не посмотрел Пикачу. Кто-нибудь смотрел? Как вам? Единственный относительно негативный, ну то, действительно относительно негативный отзыв, который я слышал, то, что он слишком детский. Ожидалось чего-то более дэдпуловского. Но это уже так, вкусовщина. Но я решил дождаться в оригинале просто, потому что... Эта озвучка, это просто adorable. Ух, я уж думал, он достанет до меня. Ну-ка, поближе подойди. Сука, достанет. Так, по жизням, короче... Не очень. Это надо с прыжка закидывать. Во. Тоже вариант. Мясо, мясушка. Мясо, мясушка. Там. Так, не облажаться. Пойду без крестов.
Раз уж я с водой. Хотя с водой я еще ни разу здесь не проходил. Так, мне надо найти место, откуда его. Вот, так по идее должно хватить. А-а-а! Вернись, я все прощу. Нет, сука. Свалился-то оттуда. А, он бы, наверное, не запустил бы этих. Если бы я чуть пораньше швырнул, он бы ни хрена не запустил косы. Так что я тормоз просто. О, это можно. Ну ладно, не можно. Теперь уже да. Пиздец. Да, отлично, за двоечкой вернулся. Блин, я такое ракло в этой костле. Играют свои 50 часов в финалке, потом... Ну это что такое? Нет, туда не надо. Ну что вот это за прыжок? Есть, ну. Блять. Тварь. Сколько раз я уже с тремя? Fuck you.
Ближе, уже ближе. Привет, да, мне кажется, это надолго. Хотя сейчас оставил смерть с одной жизнью. Dark Knight. Одной жизнью. Хотя, по-моему, последний урон я нанес ей уже. Бля. Не только со смертью, но еще и с рыцарями. С этими я воюю в основном так. Третью кослу я уже проходил. Япошку, правда. Американку не хочу проходить, не вижу никакого смысла. Я совсем не фанат серии Castlevania. Так, сейчас. Не-не-не, нахрен. Я наслышан, что она сложнее, а я эту-то с трудом за Сифу прошел. Не-не-не-не. Thanks for the G. L. Damn. Damn. Я нихера не могу сделать с ней. Все, массив здесь, сейчас пройду. Ни одного, ни другого. Как хоть вы тут оказались-то вообще? Эй, горите уже. Фух, с четвертого захода спустя года. Ну не, я за два стрима прошел, достаточно долгих. Еджимейл, I suck. Японку, да. Точно. Ты ж про американку. У меня даже не укладывается это в голове, что ее надо проходить. Уровень с падающими камнями. Уровень с самой дерьмовой музыкой. Во всей игре отличная музыка, но в нем дерьмище полное. Я там включал музыку из Тетриса, когда проходил. Я там тоже надолго застрял. Но потом в итоге за Сифу пошел, у нее этого уровня нет. Сифа — это единственное, что мне понравилось в этой игре, в принципе. Согласен. Я протестую. Ну, что я могу сказать? Чёрт! Чёрт! Чё-то я тормознул сильно. С этой лестницей. В очередной раз. Вот. Трипл банки у меня. Надо просто взять.
их и как спидрунеры делают, закидать банками. Но я-то как всегда сделаю. Сейчас кинет. Не кинет. Фух. Не успеваю. Жук. Навозник. Текс. Масушка. Ай. Все, ни хрена мне больше не надо. Ну что, получится, не получится? Я ставлю на то, что получится, но не очень. Ой, не нужно же. Дохни! Не-не-не-не-не! Отвалите, отвалите! Еще эти мрази летают, блин, это вообще кошмар какой-то. Наконец-то. А я чуть не остановился. Я чуть не остановился, когда они... Когда смерть сдохла. Ей! Так, ну здесь я... Что, мне бы где-нибудь... Было бы прекрасно, просто прекрасно. Так. Я надеялся, что здесь прокатит просто идти. А ведь мог швырнуть под себя банку. Просрал банку. Так, этот ничего не делает. Этого. Во. К черту. Так, мало сердечек. Yeah. This death is really something. Oh my. Это что за? What? Троллит меня, падла. This death is pain in the ass. Жесть, этот уровень еще круче, чем смерть.
Вообще постоянный экшен здесь зачастую лучшее решение. То есть не дожидаться ничего, а быстро бежать, бежать, бежать. Во. Окей. А куда? И сюда, понял. Прыгай, псина, на. Ла-ла-ла-ла-ла. Сами надо идти. Что я тут делал? Окей. Не надо мне ни во что такое играть. Я уже чувствую подвох. Суки. Стримерного потенциала. Что это такое вообще стримерный потенциал? Вот он, потенциал. Пойду за часами обратно. Стримерного в плане стримерского времени потраченного. Раньше же такого не было. А вот теперь, кажется, я в дерьме, да? Вот, про что я говорил. Чуть-чуть притормозишь и до свидос. Лучше постоянно бежать. Run, Forest, run. Спидраны, спидраны. Я не знаю, какое такое особое веселье в этом. Да и тех, кто проходит, тоже до хрена. В любом случае. Чё сразу спидраны, спидраны? Да суки! Я, кстати, тут... Ну было же... По-другому, ну что за херь?
Во время рейдж-квита уже не до того, чтобы что-то играть. Пиздец. Так хорошо начал с этими летучими мышками и... так плохо кончил. Ядрить они живучие. Так, сердечек нет ни хрена. Начал же реально лучше, сейчас какую-то творю. Как ты, тварь? Запрыгался. Самое время не тупить. Блин, часы дорогие, капец. Пиздец, я встрял. Уже и часы не помогут. Зачем мне какой-нибудь Haunted Castle, когда у меня есть Castlevania? Сука! Пиксель-перфектные прыжочки — это любимая тема Юки Оника. Пусть лучше он в нее играет. Не въезжаю я, как манипулировать ими. А он недавно играл в нее? Или просто поиграл и бросил? Топ-контент пошел, короче.
верхними понятно, как манипулировать. А что происходит вот с этими, как... Когда они решают остановиться. I don't know. Ты вот это ты откуда придумал, придурочная тварь? Уип-уип. Спасибо. Не первый раз на это попадаюсь. И это я даже до Дракулы не дошел еще. Хоть так. Да дайте хоть раз дойти до туда, блядь. Мне бы кнутец бы еще второй. Жесть, как-то я так не разбился даже. Вон он был, мой кнутец второй. Ой, бля. Мяско-то, может, где там и заныкано, но не здесь. Я здесь уже смотрел. Это вот я зря его так не убил. Ёптыть. Иди сюда. Да я за счет спойлеров, ты же знаешь, мне пофигу спойлеры. Моя задача игру пройти, а как? Мне вообще, в принципе, пофигу. За редким случаем, когда я действительно хочу пройти без спойлеров, где я сразу говорю, что не надо спойлеров. Так, это мне не надо. Вот и вроде мяса никакого не надо. А как он?
Spooky time. Чё я так готовлюсь? Я ведь ни хрена не знаю, как с ним быть. Я точно просто... Я знаю, что... Вот в чём-то из этих двух лежит бутылка. И бутылку надо взять на вторую фазу. А... Хотя я сейчас всё равно всё повышибаю ведь в прыжке. А, и этого нету. Значит, этим ещё можно и как-то манипулировать. И... Как тебя понимать-то, тварь? А, они горят, вот чё. Окей, ну и я горю тоже. Дрякула. Культовая лестница, на которой я застряну надолго. Я не понимаю вообще. What? I don't understand. Как в этой песне. И почему у людей выпадают там банки, а у меня выпали только деньги? Ты чё, сука, постоянно под меня тут... Банк слева, я понял уже, да, только что выпало. Кроме этого, я не понимаю ни хера. Да, 2 хп снял. Сейчас 3 сниму. А там уши. Рано. А, возьму банку, плевать. Это он типа все время под меня такой лезет, да? А, нет, не все время. И почему я все время прыгаю так странно? Хача! Нет, 1 хп теперь. Жуть. Рано. Три хп, как я и обещал. А, и теперь я постоянно отсюда. Хотя бы за это спасибо, что весь уровень проходить не надо. Да что ж ты так долго появляешься-то, псина? Нет, машина не так работает. Нужен тайминг, получается, на прыжочек перед ним. И тогда он будет поверху их кидать, я буду просто уворачиваться. Но хрен я угадаю, когда он где появляется, и расстояние вымерю.
Все еще рано. Угу. Fuck you. Баночка, как же баночка? Блять. А начал уже неплохо. Сука ты, тварь! Омерзительное создание. Куда ты полетел? Блин, а бьет-то он далеко. Издалека прям нормально бьет. Я все стараюсь ближе подойти. Этого делать-то абсолютно нет необходимости. Ты такой неугомонный, ты вечно ко мне лезет поближе. Наверняка этим можно манипулировать как-то. Как приручить дракона? А вот и манипуляция на второй крест. И все равно отхватил. Сука, блядская игра. Гребаный Дракула. Извините.
спидранах каким-то макаром всегда выбивают двойку. И, по-моему, зря я там разбил. Ну-ка. Там ничего такого сложного вроде особо нет, не так как в Darkwing Duck каком-нибудь. В Darkwing Duck вроде как тоже все можно намашнить, но там машнят вообще только первое яйцо. А тут довольно легко можно. Не очень. Какая там машина? Научиться бы просто вот нормально от огоньков уворачиваться или сбивать их, и все. Первая стадия done. Медленно, но верно. Со смертью и Дракулы это омерзительно. Ну как ты медленно замахиваешься? Так. Да. Уж. Сука. Пошел ты. О, хера. А, кстати... Не, проверять не буду, по-любому падать. Блять.
Зачем я швыряю? Нихуя не понимаю. Fucking shish. Ну, начало положено. Напряжение, да. Повышенное. Аж сердечко забилось чаще. Блин, упырь. Заложил я пейс. О-о-о, убивай. Было бы приятненько, если бы первой стадии больше не было бы с того, как первый раз ее победил. Типа как в Бэтмене. Ритм надо задать. Прям вот потерял тот ритм, что был в той попытке, когда его убил. И вот не знаю, как его вернуть. Мне бы хотя бы вот первый раз крестик подобрать, сразу после того, как... Хоть так. Ну что это такое? Thank you.
Опять не успеваю крест схватить. Тут понятно почему. Тут непонятно почему. Последний стейдж прошел все очень легко, и сам Дракула, по крайней мере, за Сифу. Это было даже разочарование. Сложнее было перед. В американке наверняка сложно. Я там видел, не помню уже какая, но я видел разницу. Блин, ну как с тобой быть? Да не буду я проходить это, вы чё? После всего, что я говорил про Кастлванию, мнение моё о ней становится только хуже и хуже. Совсем не моя игра. Все эти... Замораживает каждый раз, как в первый раз. Половин. На 1 апреля под водочку. Прикольнуться над самим собой. Я ж присел, мог бы и не зацеплять. Цеплять, зацеплять. Фу. Стопку за каждую смерть, если меня просто хватит, не знаю, на полчаса. От силы. Шорт-стрим. А точнее, потом будет стрим того, как я сплю просто. Но это уже не оригинально, поэтому не зайдет. Урод! Сука, как же бесит. Нахрен иди. Yeah.
Сюка, как ты бесишь! You're adorable. Hayden 47, спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Welcome. Welcome to hell. А мы тут Дракулами балуемся. Или наоборот. Блять, не в ту сторону. Достает. Ни хрена не понимаю. Святой водой сверху. Свой шанс на двойку только что выбил. Ни за что. Поздно. Пиздец. Я ж вспотел уже. Да, время скоротать на, наверное, том же... Блин, как это сказать? Короче, на одном и том же экране у меня просто. Я уже застрял здесь основательно на этом Дракуле. Так что будем коротать вместе время. Ба-ба-ба. А для чего обнову качаешь? Я, по идее, как бы понял, как делать, чтобы он именно поверху их пускал. Но у меня ни хрена не получается. А, вот я, конечно, смог подобрать. Нет, ни хрена я не понял, в общем. И что я сейчас сделал, и зачем я это сделал, тоже не понял. Смог поймать крест, но только ценой того, что озвездюлился. В итоге ни фигули не нанес.
Да какой ты... Псина. Однажды я пойму, как его убивать, да. К утру, может быть. Восход рун. Не, я про такую не в курсе вообще. РПГ-логика. Я, в принципе, на андроиде играл только на этот... стратежку. Rise of Civilizations. И опять я сделал эту ерундистику. Как я нарандомил в прошлый раз первую стадию, я вообще не пойму. Как-то прям затуннелился. И все получилось. А теперь раскис. Ничего не получается. Отсюда, интересно, достает. Ну, так даже лучше. Рановато, видимо, прыгаю. Я даже и не припомню за последнее время, когда я уже... Где я уже с настолько сложным боссом бился? Не-а, вот тут вот эта кривая штука, я тоже думал, то, что можно встать. Вот здесь. Но это как бы просто анимация приподнятой крышки, но сам стол там. Ну, гроб, да. Гроб, стол, какая разница. Ну. Нет, так это не работает. Что-то я запарился уже с этим Дракулой, а еще вторая фаза непонятная. Раз, два, три. Что это за обратный прыжок такой? Так. Раз, два, три. А, опять начинается. Thank you.
Вот уже доходит до такого состояния, когда уже не стараешься, а просто приходишь по привычке и дохнешь. Надо это избегать. Черт, избежал. И, блин. Так. Одно я вроде понял, просто нельзя стоять на месте. И тогда он не будет появляться под тобой, что в принципе логично, но мне понадобилось минут 40, чтобы в этом разобраться. Поздно. Блять. Легче мне от этого не станет, потому что мне придется убивать его легитно. Но спасибо за попытку поддержать. По крайней мере, я, кажется, понял первую стадию. Я даже не буду тратить кресты. Просто пойду и подберу. Бутылку. Поздновато чуть-чуть. Делаю, но ничего, лучше поздно, чем... Вот, что-то типа того. Иди сюда. Во-во-во-во-во. Не во. Да, агония продолжается уже ровно полтора часа. Ну, не ровно, ладно, там 1:25. Юки! Юки, как тебе нравится Кастлвания первое, скажи мне? Черт, вот тут-то я и косячу. Есть же дроп. Сразу беру эту хреновину. Не размениваемся. Наверх-то кто тебя просил нажимать? Не стоять на ми... Сука. Боже мой. Что за хрень? У меня ж все почти получилось. В предыдущий раз. Теперь опять какая-то мотота. Почему он теперь посередине кидает? Я только вот подумал то, что научился прыгать правильно. 25 баксов дешево и сердито. А у Юки через 2 часа день рождения. Опять я наверх нажал. По крайней мере, сбил эту дрянь. Косяк. Yeah.
Косяк. Да. Всего 15 подарочных сабок. Вот у меня до сих пор нету сапки. Подарите мне завтра на спешл стриме сапку. И вы сделаете 1/15 часть доброго дела. Мне смайлики Юкионику слава. Нет. Сука, как ты тут оказался? Все нормально же было. Говнюк. Что? Блин. Чат люту... О, ну наконец-то я сдох, могу почитать. Если на подарочной сапке понатян. Но тоже дело хорошее. Во, во, намашнили сапку. А я к своей днюхе попрошу Грома нарисовать мне. У меня есть одна идейка. Нарисовать мне смайлик прикольный. Ой, блин, рано. Воду. Ну как вот ты... Сука. Ни за один стрим я столько, блять, не матерился. Сколько. Урод. Никто не дарит. 2-3 сапки осталось. Канатян, канатян, канатян еще. У меня есть уже у нее сапка. Кто-то мне пика задарил. Как ЗП дадут, надо будет намашнить ей 2 сапки. Канатян хороший. Пам-пам.
Вольфрум. Блин, торможу я, Падла. Ну все, это да, пососина опять. Я уже потерялся. Блять, куда я залез? Дедлайн до 8-го, ну, 4 дня у меня еще есть. У меня просто, да, сейчас вообще денег хрена нет до зарплаты. Кстати, как вариант, а мы тебе. Ты ей додариваешь, я тебе. Но если кто-нибудь мне на твоем канале подарит, мне массив подарит, а я кому-нибудь подарю. Будем друг другу дарить. Да, вот он вообще, я от него убегаю, он все равно ко мне лезет, этот дракон. Самый ЧСВ-стример РУ-сегмента, Юкионик. Блять, что я делаю? Зато поймал. Такой назойливый, падла! Куда вот ты лезешь? Покемона. Ублюдок. Дарит сапки, мы на него сабаемся, в итоге там по реквесту будет. А, там же реквесты, это ж я один. Гордый орел реквеста даже не придумал до сих пор себе. Такие темы, как оружие. Игрушечное. По-моему, обсуждать можно, просто показывать нельзя. Или о чем речь-то? Может, я что-то не дочитал, а то я с этим Дракулой. А, забанил. Да ёп, все, потерял тайминги. Потерял свои всратые тайминги. Конечно, нахер я сюда полез? Знал же, что он сейчас сразу, конечно, передо мной высунется. На всякий случай. Категорически не уверены в правильности его суждений, мы с Юкиоником. На всякий случай. Ой, ты божечки мои.
Как ты? Блядь. Красиво все начиналось. Конечно, машнит. Это ж руина. Лучше бы он мне победку в этой игре на машине. Я уже почти уверен, что это именно руинер намашнил мне победу в его рафле. Потому что он знал, что я затею этот челлендж и буду страдать. Сука, вот как ты здесь появился, а? Бегаю. Блядь, началось. Как я смерть прошел? Смерть я прошел со вторыми крестами. Ой, какой кресты? На крестах я же... Я даже забыл, как я смерть прошел. Облажался я на крестах. Я бутылками зашвырялся. Да... У меня почти получилось крестами, а потом я заново начал, у меня последний конт был, и я дошел с бутылками третьими. Так что я как спидрунер почти. Я на смерти тоже много страдал. Ну, крестами как-то, по-моему, попроще, но бутылками, да, реально мощна. Я просто видел на спидранах, как это делается, но у меня сначала не получилось, а потом я понял, что и прыгать не надо с места, просто бутылочку раз-раз, но потом пару раз прыгнуть пришлось. И как мощнятся двоечки, я не знаю, случайно их выбиваю. Если я что-то не прочитал, не обижайтесь. У меня тут важный гость. Точнее, я у него важный гость. Сейчас дочитаю. Теперь уж точно дочитаю. Смотреть на смайлик, вдохновиться и... По-моему, будет ничего так. Но можно вообще оставить одну голову. А то что это за сотый перед ним? Хотя, может, это и подразумевается? Так, все, пацаны, сейчас Дракул будет мертв. Зачем я беру крест, если я им, по сути, не пользуюсь? Только лажаю в первом этом... В первом акте, в самом начале, в первом прыжке. Раз, два, три. Во, двоечка. Зачем она мне, правда, сейчас? Мне бы двоечку на последнюю фазу бы. Мне бы дойти до последней фазы бы. Блин, рано.
быстрый такой. Сука. Это смерть, это просто жесть. Прыгай! Прыгай, братан! Прыгай, прыгай, прыгай! И отвали от меня, не лезь ко мне. Нет, 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 сука. Я, кстати, не смотрел. Не знаю, что там за звук. Но, по крайней мере, имею представление теперь. Блин, я так неудачно вышел. Надо было сразу брать эту бутылку. Так и сделаю. Раз, два, три. Какого хрена? Почему так быстро жизни стали отниматься у него? Было же не так, определенно. Блять, и почему я теперь столько нахавался урона? Видимо, если набалдажником бьешь. Кажется, я на правильном пути. Так, крестик точно пас. Победный пошел, да. Thanks for jail, Gmail. Jail from Gmail. Блять, как... Бля. Кажется, пока не победно. Блять, куда ты скачешь? Сейчас, сейчас все будет. Ух.
Блять, какие бутылки? На. Чш, собраться. А, отвали! О нет, это жесть. Тут таймить надо, не мешать. Привет. Барас, дай мне сил, я больше не могу. Черт. Давно пора. Это, наверное, Старнекс пришел. Проверим мою догадку через некоторое время. Ну не лети ты. А, не сюда. Сдохни. Не угадал, это Дэмианный. Не хватило одного прыжка, я от этого, короче, на нервах не подпрыгнул, а просто ударил в пузо, а ему в пузо не прокатило. Попридержите свои ГГ.
пёс. Опоздал. Что он какой-то... обозлился на меня. Ща-ща-ща-ща-ща. Стрёмно как. Неудачная поза. Дракула, брат. Давай дальше по-нормальному. Здорово, Сань, ты как раз вовремя. О, Сабьюкионик, отлично. Спасибо за ГГ, Массив, Юкионик, Дэмиан. Все, у меня теперь есть два достижения уже. У меня есть саб TMR в этом самом, в моей любимой игре, здесь, на NES Mini, и Sub Yukionic теперь еще есть, не где-нибудь в костле. Спасибо, Dizzy Crab, за ГГ. Ой, я что-то реально пропотел аж. Моль летает, поймал, кстати, моль. Ты задолбал уже приглашать. Не поеду я никуда, я ж тебе говорил. До осени работаю, никуда не езжу. У тебя какая-то... Тебе там скучно, я говорю. Ты бы лучше работал. Дорогу ты мне оплатишь. Ага, и новую работу найдешь потом. Фью. Thanks for GG из Gmail. Ага, сейчас я заново буду проходить-то. Настоящий круг костлы. Ну, D2 это точно пас. А, конечно, Сабьюкионик в жабах, это, я не знаю, это надо себя сильно замотивировать. У тебя слишком хороший ПБХ там. Саб 15 минут, вот это сделать бы в этом году было бы красиво. А что здесь, что-то меняется? Реально, 19 левел уже написано. Или это так, прикол? Или тут как в этих Ghost and Goblins. Ну не, здесь этого нет точно. Я бы об этом знал. Наверное. Пригласят в Воронеж и там навалят пиздюлей. Извините. Чтоб больше так не делал. В Воронеже я был недавно. Так, ну что, надо оценку ставить игре. Кстати, 100 часов сегодня, 15-16 минут назад побилось, тоже майлстоун. Саня, ты собирался хрен знает куда за границу, в итоге застрял в Абхазии и зовешь всех туда. Мне уже Эмик жалуется на тебя, ты замахал уже. У нас тут своя жизнь, понимаешь, нам не надо отсюда уезжать. И тем более, если я поеду туда, я поеду в Сочи в покер играть. Нафиг мне в Абхазию.
Кстати, твое сообщение вчера не стал дослушивать. Если бы я тебе сразу ответил, ты бы на меня обиделся. Потому что когда гонишь на Сочи, это, считай, лично на меня гонишь. Ой, Юки, я там был совсем недолго. Мы там покупали прицеп, этот самый дом на колесах, и уехали. Я, кстати, по-моему, на тот момент не знал еще, что ты в Воронеже. Я думал почему-то, что ты из Питера. Общее время испоганилось из-за 100 часов. Сейчас подвину. Так, ну что, таблица? Да-да, просто я реально думал, ты там вроде частенько со всеми. Хотя... Нет, вряд ли я знал раньше. Я мог знать, но забыть, но, по-моему, я вообще не знал. А потом что-то поднялась речь, как бы никогда я спросил что-то в духе, а разве Юкионик не из Питера? И тогда уже кто-то сказал, что из Воронежа. За 1000. Да уж. Что мне надо сделать? Мне надо нажать... Вот сюда. О. Спасибо за хост, Юки. Но правда, я сейчас закончу. Я не собирался дальше проходить. Просто кослу добить. Так, спасибо всем еще раз за ГГХи. Давайте теперь оценивать игру. Костелевания. Сколько там у меня натикало? 4.42.56. Оценка. Оценка. Шикарная музыка. Так. Как всегда, пойду. Реально, 2 часа просидел, пока я бился с Дракулой. Вы посмотрите на него. И когда я уже заканчиваю, решил показать, что на самом деле мог их истонуть. Ну, Юкионик, ну, ЧСВ. А мне ему еще эти дарить подписки. Кошмар. Мегамена не будет. Мегамен будет в июле теперь, ребят. Будут теперь все. Будут жабы. Весь месяц будут жабы, насколько у меня хватит времени. Так. Автохост. Да, автохост, наверное, Теймар до сих пор стримит. У меня как его автохост захостил с утра, так он на все это время остается. А я не знаю, можно ли настроить, чтобы это, да, чтобы перетыкивать на кого-нибудь. Ой, автоматически, чтобы, допустим, час похостил того, час другого или что-нибудь в этом духе, по-моему, так нельзя. Как кого-нибудь с утра захостил, если тот сидит, стримит 10 часов, так и останется, пока не переключишь руками. Итак, 10 баллов базовые. Механика костелованьская мне никогда не нравилась, минус 2. Музыка шикарная, ничего. Сложность классная, меня последнее время это стало привлекать. Извращенно. Но в целом не было прям сильно интересно. Короче, семерку. Я думал, хуже будет, если честно. Впечатление от третьей у меня вот до сих пор меня коробит от нее. Первая мне приятнее игралась. Наверное, в принципе, из-за того, что после третьей я уже как бы попривык к подобной дичи, но... Но все же... 7. Дата 04. 06. 2018 традиционно. Так, Юкионик, ты у меня выбирал игры? Ты выбирал игры у меня, да, о чем я спрашиваю.
Я зря я не записывал, кто выбирал, кто нет, что уже много игр. Нет, Юки, ты выбирал игру. Рафлов никаких нет. Я не помню, что, но ты ведь выбирал что-то. Так, а если... Есть же изи-система. Массив, что будет после Мегамена? Напоминаю, красненькое выбирать нельзя, а то еще один захочет Ghost and Goblins мне поставить. Марево! Между прочим, полностью я его никогда не проходил. Мне всегда было скучно после первого подземелья дальше бегать, так что это будет интересно. Марио, Супер Марио Брос. Скоро, все остальное будет тоже не скоро, так что я даже обложку качать пока что не буду. Потому что вместо обложки первое время будет обложка жаб, а потом сплиты. Мой первый спидран. Супер Маро. И это не ромхак, это прям... Я, кстати, перестал выигрывать всякие рафлы после того, как появилась Nintendo Mini. Лаг закончился. А что? На этом, я думаю, можно и заканчивать. Ничего себе меня сколько позахостило народу. А, ну вообще у меня и список авторетрансляции уже богат. Восемнадцать плюс, ничего себе. Даже странный блокнотик четкий. Блокнотик шикарный. Ну что, кому пойдем? Я, если честно, даже не знаю, кто такой Рэй Лиотта. Я только на Википедии читал когда-то, с кого списан был персонаж, и то я давным-давно забыл. И что-то как-то нет. А кто такой Рэй Лиотта? Понятно, что актер от Кедова.
нахваливают все Чернобыль этот. Но я уже много раз говорил, что я думаю про сериал. Но ценители жанра очень нахваливают. Так, ладно, это все замечательно. Всем большое спасибо. Не знаю, когда точно смогу начать следующий стримчанский. Точно скажу, что на этой неделе обязательно будет. Да. А я не брошу. Мы просто вместе сейчас куда-нибудь пойдем. И пойдем мы... Так, по-моему, из наших... Что из наших у нас есть? Негативский, я у него сегодня уже был. Хотя уже спидранит что-то. А, что все спидранят, понятно, что... Нет...